Потерял что-то? Телефон. Не видела? Видела. А где? У себя в руке. А сейчас он где? Не важно, где он сейчас. Важно, куда я тебе его засунуть могу. А что, звонили? Звонили, это ж телефон. А кто звонил? Это я у тебя хотела спросить. Угу. А что спрашивали? Спрашивали тебя. Ответила я. А что, хотели, не сказали? Не сказали. Но несложно было догадаться, что хотели. Юля, я сейчас тебе объясню все. Короче, там такая штука какая-то интересная получилась. Вот Серега, это Серега. Ну, Серегу, знаешь, помнишь, это вот шутник наш, компанийский-то, который мне постоянно помадой вот это вот на рубашке рисует, вот это вот. Ну, Серега. Он, короче, взял мой телефон и назабивал в мой телефон телефоны каких-то женщин. Я его спрашиваю, я говорю, Сергей, я говорю, зачем? Он мне говорит, надо. Говорит, надо. И я удалял эти телефоны. Но я, видимо, не все удалил. Вот сейчас они какие-то звонят и спрашивают его. Тебя спрашивали. А, ну так это потому, что он назвался моим именем, видимо. А почему? Ну просто у него-то имя обычное, а у меня имя необычное. И вот а, поэтому... необычное. Вася. Василий. Она Василий, твою фамилию называла. Ой, Юлька, что-то у меня сердце... Ты что за сердце хватаешься так высоко? За пятки хватайся, оно у тебя сейчас там!